Ребята, всем привет! У меня сегодня выходной, и я очень себя плохо чувствую. Было вообще такое состояние ужасное, просто ужасное, все ломило. Но я знаю, я простудилась от кондиционера у нас на работе. Вот. Сегодня сходили в аптеку, меня прям в жар кидало, все купили. Ринзасип, это я уже сегодня один пакетик выпила, и Кагацел, вот, это антибиотик. Я его еще не пила, я его вечером на ночь выпью, вернее. Но Ринзасип сейчас выпила, как бы поспала, головная боль такая ушла, но осталось, знаете, вот есть как чумная голова, а есть вот, как бывает, как тупая боль такая. Аж говорю, сейчас жарко. Вот. Немножко, как сказать, ушло. Я еще сейчас обезболивающее выпила, как от головы, потому что я думала, давление фигачит. Измерила давление, наоборот, немножко даже упало. 106 на 63. Вот. Это у меня очень редко такое давление. Вот. Сегодня еще сходили в магазин. Пашка захотел идти. А Карачка, но он тоже туда этого приболел. Я не знаю, мы, наверное, все по цепочке, и Анька. Сопли у нее, тоже голова такая тяжелая. Вот. И вроде температуры нету, и вроде, знаете, как внутри жар. Я не знаю, вот, по-моему, сейчас все так болеют. Как типа ОРВИ и как от кондиционера. Копченую курочку взяли вот по ноги всем так. А потом что еще? Я взяла сладости, эти пирожные, картошка. Мои захотели еще пиццу. Но я, знаете, как хочу пиццу в виде лодочек, потому что вместо колбасы я буду добавлять фарш. Фарш, помидорки, сыр купила. Еще, знаете, соленый огурчик добавлю туда для вкуса. И как в виде лодочки, не просто пиццу. Вот, еще сейчас я солю рыбку, достала ее. Она уже размораживается. Это у нас не семга, а как она, вторая-то, господи, как она называется, название забыла, лосось, вот, и сейчас засолю, и все, и уберу в холодильник на несколько часов. Короче, вот такие вот дела, лечимся. А, еще, у нас тут сказали, что уже до 1 августа прививки поставили, но у нас остались уже меньше числа стойких, кто еще не поставил прививки. Вот, и у меня такое, знаете, состояние раз болезней. Я сегодня хотела сходить к врачу, чтобы мне хотя бы медотвод сделали на месяц. Но сегодня просто сил не было. И, скорее всего, я завтра пойду. Вот. Скажу, что мне плохо, но я не знаю, надо как-то отвертеться. Вот честно, все методы хороши. Девчонки, смотрите, такую я вкуснятину делаю. Это нам на обед. Вот так вот сделал лодочкой. Что-то самой захотелось. Не как вот пиццу, а вот так вот. Как лодочками. Смотрите, что у меня происходит. Забыла сказать, это вообще было что-то ужасное. Ту ночь. Не вот эту, которая была. Я постелила обыкновенную скатерть. Почему? Короче, Пашка пошел ночью на кухню попить воды, включает, значит, вот включает, и вот с этой лампочки она просто, девчонки, мальчишки, она просто крошится на мелкие части, просто здесь все стекла разлетаются, она хоть и маленькая, и вот на эту часть, на стол, ну везде, на полу, на стульях, это вообще 3 часа ночи. Вот, естественно, я тут давай убираться, стекла, блин, пылесоса жалко нету, скатерть, и там такие мелкие частицы, представляете, короче, скатерть, ну, как клинч тогда была, но вы видели, я ее протирала на несколько раз, такой тряпкой одноразовой, чтобы, естественно, выкидывать, на следующий день опять вот так протираю, и опять мелкие-мелкие частицы, я прям давай все досконально, глядите, я ее просто свернула и выкинула. Вот, вроде все удалось, короче, вот такая у меня ночь выдалась,
Вот, и, естественно, утром, блин, на работу, я вообще как разбитая корыта. Вот пока временно такую тряпочную конченую постелила. Ну, вид ее не очень. Она как в наборе была, вот такая варежка и вот эта скатерть. Но она подсела, она была больше. Может быть, знаете, какую-то клеенку, если сверху прозрачную постелить, то будет ничего смотреться. А так, даже вот покушаешь, там хлеб порежешь, крошки все эти остаются. Ладно, я этим делом потом займусь. Куплю скатерть. Я, правда, испугался. Как раз перед этим сидела Анька здесь с ноутбуком. Вот, я еще когда пошла спать, я говорю: Аня, иди, переходи в спальню. Вот, и все. И представляете, да, после этого он включает. А так бы вот, понятно, на нее бы все это, все эти стекла, я бы даже не представляю, как это все бы с головы бы все вычищать. Вот в такие вот горшочки я посадила. Смотрится прикольно, да? Ну и орхидея, она у меня уже как бы отцвела, я так думаю. Думаю, нормально. И вот в такие уже более свободные горшки под орхидеи. Вот эти вот блюдца, я думала, не влезут на подоконник. Нет, нормально, прям так аккуратненько. Самый аккурат вот под эти антуриумы. Все, мои лодочки готовы. Вот такая вкуснятинка. Я еще сыр сверху в конце добавила, где-то за 5-10 минут, и поставила поменьше температуру. Все, сейчас чайник включаю. У нас такая погода испортилась. Ветрище. Типа дождь, ну, показывает, а дождя еще и нету даже. Ветрище сильное. А я здесь, смотрите, что сделала. Тогда я покупала мяту, она мне все пролежала в холодильнике. Она прям, ну, пахла вот как мята. Ну, такая. Если вот как пахнет мята, если не пахнет. Вот это пахнущая была. И смотрю, уже начала портиться. Я, по идее, никуда с ней ничего не добавляю. Я, короче, отрезала ее вот от этого горшочка. И думаю, а если этот горшочек поставлю в воду, будет он опять расти или нет? Взяла стакан пластиковый, но я уже в воде он постоял, вылила. И посмотрим, что будет, интересно для эксперимента. Потому что я слышала, что кто-то вот зелень хоть что покупает в магазинах, в горшках, срезает, и она потом опять растет. Смотрите. Хоть бы дождь пролил бы сильный.